Друзья, всем привет! Это снова Александр Плав и долгожданное продолжение прохождения игры God of War 3. Забираем с вами кольцо Гефеста, и для тех, кто не в курсе, почему видео не было больше месяца, на моем канале был страйк, и поэтому я не мог записывать видео больше 15 минут. Но, слава богу, это все позади, и мы с вами продолжаем. Так, ну куда ж девочки-то убегают? Ладно, не будем тратить время на Афродиту, но проверим сундуки здесь с красными сферами. Как видите, кто-то предусмотрительно положил сюда дополнительную порцию. И да, хорошая идея. В принципе, прокачать наше новое оружие — это бич Немезиды. Получаем с вами также новые приемы. Так, замечательно. Сколько сфер потребуется для следующей прокачки? 5000 сфер. Ну и как обычно, мы с вами сохранение не делаем. Зеленые сундуки не открываем. Ярость Немезиды. Бич Немезиды теперь твой, Кратос. Его отведает всякий, кто встанет на твоем пути. Отлично! Давайте продолжаем серию. Погнали! Это у нас верхние сады. Ну, мы здесь уже были. Ну так чё? Так, аккуратно перелетаем. Красота! Здесь рычаг был сломан, поэтому только вот таким образом мы и могли бы сюда перебраться. Похоже, что прислужники Олимпа умирают от неизвестной болезни. Открываем двери, и что внутри? А здесь тепло и сухо. И уютно. Дофига сундуков. Задание от самих богов. Это будет моя величайшая работа. За то, что я построю для Зевса механизм защиты его самой большой ценности, он обещал вернуть то, что ценнее всего для меня. Моего любимого сына Икара. Дедал день первый. Ну что ж, попробуем с вами использовать эту баллисту. Офигенно. Разбить. Ну вот. Добрались до очередного сундука. И теперь по веревке. Доберемся сейчас еще до парочки. Шикарно. И получаем рог Минотавра. Кроме того, прокачиваем снова бич Немезиды. Ну и остается последняя прокачка на 8000 сфер. Дальше что? А, дальше давайте посмотрим еще дневники. Но я их полистаю. Раздолбанная статуя Пандоры. Что-то он здесь пытался с ней сделать. День 452. И вот здесь также есть дневник. Какие крутые чертежи. Причем, смотрите, по центру здесь прям как кнопки PlayStation. Вот эти символы. Дергаем рычаг.
Супер. И делаем то же самое. Ну вот. Сможем добраться еще до одного сундука. Красота. И теперь надо подумать над тем, чтобы скинуть сверху. Там еще два похожих. Что получаем? Второй глаз Горгоны. Так. Теперь баллисту развернем. А, все понятно. Тогда мы ее просто подготовим и давай наверх. Должны успеть. Успели. И третье перо Феникса. Так что магия у нас будет уже на максимальном уровне. Есть. Остается здоровье и усиление предметов. Чертежи Дедала. Мы сейчас еще посмотрим вот этот дневник. Лабиринт почти завершен. И опять речь об Икаре. День 4603. Ха, смотрите-ка, а здесь почему-то Пандора у нас на чертеже. Так. Очень интересный механизм. День 1026. И, наконец, последний здесь дневник. Последняя запись. На этом все. Что ж, погнали. Спустились. О, да. Ну и что, наконец-то в садах? Пьяная Гера и лабиринты. Что ж, пойдем. Попробуем с ней поговорить. Ты. Я велела ему убить тебя. Я говорила ему, что тебя надо было убить во младенчестве.
но он отказался. Мой глупый муж пожалел тебя. И сколько же бед ты натворил? Посмотри, посмотри, они гибнут из-за тебя. Все, все гибнет из-за тебя. Солнце скрылось, океан пожирает землю. Болезнь пожирает все живое. Я делаю все, что могу, чтобы спасти мир. А ты... Это ты со своим стремлением убить богов во всем виноват. Думаешь, сможешь выбраться из этого сада? Железные мускулы позволили тебе одолеть Геракла. Но твоему недалекому уму не под силу найти отсюда выход. Ты умрешь в этом саду глубоким стариком. К радости богов. Небольшая поправочка. Не стальные мускулы, точнее не железные мускулы, а стальные яйца. Чё вообще за месиво? Ура! Так, нам 8000 нужно добрать. Пока. Эй. Посмотрим, посмотрим. А здесь красные сферы. О, наверное, сейчас подберет кубок Геры. Поглядим. Нифига так взял серебро, подрезал. Взяли кубок. Так, еще получаете. Вот и все. Видел, видел. Здесь можно взять и синие. Опять вы. Ну, получайте. Чё-то прям как-то совсем быстро. Что ж, ворота заперты с другой стороны. Будем искать с вами альтернативный путь. А там что? Ух, ё-моё. Да как, я ж в тебя зарядил. Так, быстренько открываем. Этот колючий кустарник еще зелен. Его нельзя сжечь. Yes. 8000 у нас, да, сейчас будет. Так что давайте прокачаем. Это последний уровень. Бич Немезиды прокачан на максимум. Шикарно. Так, подожди. Ну-ка за сандаль. Типа того. И третий глаз Горгоны.
что ж, круто. Все, закрыли. На полу надпись. Истинный путь богов увидит тот, кто владеет камнем Гипериона. В камне скрывается истина. Так-так. Ну, значит, неплохо подрезал. Ух ты ж, блин. Ну, круто. Надеюсь, ворота можно открыть. Да, открываются. Ну что ж, поторопимся. Статуя закрывает глаза, и эффект пропадает. Иди-ка сюда. И, наконец, третий рок Минотавра. Все, теперь у нас все характеристики прокачаны на максимум. Гип-гип, ура, друзья! Берем этот фрагмент лестницы. Так, разворачиваем. И сейчас будем наполнять кубок. Ну, точнее, эту чашу. Здорово. Ты жалкий смертный. Как смеешь ты бросать вызов богам? Думаешь, сможешь так просто уйти? Это еще не все. Что ты наделал? Что ты сделал со мной? Ты трус. Ты разрушаешь все, чего касаешься. Удачи тебе с этой жалкой потаскухой Пандорой. О, зато теперь можно сжечь кустарник. Так, посмотрите-ка, здесь нам тоже нужно наполнить эту чашу. И да, сейчас это можно будет сделать. Надо только поторопиться. Неплохо.
потащили. Нет. Так, взяли. Вот сюда надо поставить. Вот, теперь у нас будет здесь лестница. Значит, снова встаем на эту надпись. Хватаем нашу Керу. И сейчас будем ее скидывать. Неплохо. Давай, давай, давай. Во, теперь замечательно. А вот теперь мы можем подняться по этим ступенькам. И пройти вообще на выход из этих садов проклятых. Давай, Кратос. Мы почти на выходе.